Так, вот я организовываю как переключение на две антенны. Восточная и южная. Это восток, юг. Вот. Скорее всего, под крышей будет реле, потому что уже был опыт. Даже когда в коробку засовываешь на улице, все равно туда влага проникает. Поэтому уж лучше пусть под крышей будет. Как всегда, радует эта лента Катран. Сырая резина. Это просто что-то. Я уже тут ее пытался разбирать, ну то есть там неправильно сделал. Она не разбирается, то есть ее надо резать. Вот такая вот она держит очень хорошо все. Великолепная штука, поэтому очень мягкая, растягивается буквально кусочек небольшой там отрезаешь и можно обмотаться им. Вот как-то так. Мощи-то мало. Так, вон дегенератов давят. Кто-то давит их. Ну, блядь, он такого продержать даже. Вот такой вот срач на этой частоте. Добавьте только двоечку. Каждый день. Вот такой мусорный, поэтому советую избегать этой мусорки. Так, вот сейчас тест покажу, вывел на панель. Ну, пока так, в таком состоянии панель. Значит, завел на кнопочку. В таком положении это у нас восток. А когда нажимаем... Так, это у нас бразиляки. Это восток. Это у нас Бразилия. Ну, юг. Получается южный спутник. Там работают бразильские пираты. Вот это вот восток. Так, это восток. Это у нас юг. Так, мы бразильцы, ребята, веселые. Так, сейчас зайдем на частоту алкашей и дегенератов. Так, сейчас, секунду. Есть вот такая частотка. Тут бутылку коньяка на работе подарили из Дагестана, блядь. Вот, алкаши, смотрите, это Зибильно. Восток, юг. Восток, юг. Восток и юг. Ты нахуй жена убьет, бля. Я говорю, ну давай, давай. Ох ты ж, господи. Так, ну в общем, работает все очень удобно, эффективно, скажем так. Вот так с кнопки можно переключать с помощью реле. Задолбался, конечно, с этими разъемами паять их. Это просто геморрой. Но эффект просто великолепный. Вот. Это что, всем, ребята, хорошим парням, всем три, всего доброго.